спела на мозге. Да. Кто лучше спела? Это была такая репетиция, видимо. Ух ты, спасибо. Спасибо. Спасибо, Машенька. Спасибо, классно. Ну, зато прогнала все это. Ну, Наташин комментарий ты послушала. Не согласна, нет? Да нет, согласна. Я все такие же ошибки сделала для себя еще. Еще после. Ой, там еще что-то есть, ручка? Там ручка, да. А, спасибо. Ручки я люблю, надо начать. Ручка там. Так. Да. Ух ты! Может быть, мы все-таки повторим еще и апрель? Ну да, да, конечно. Ну, потому что нам надо все повторить. Давайте. А ты боток все-таки, ты хотела просто повторить? Ты же все-таки решила петь смешную девчонку мюзикл на голосах. Ну да. Угу. Нет, ты просто написала, что хочешь со самоличием повторить Брокен. Ну так это же как, ну там же 4 произведения. А мы ее тоже поем? Да. Да? Ну да. А, мы же решили ее. Ну. Ой, Семенович, ну все, простите. Все, Александрович, все, извините, все. Вот, да, знаешь, как.
краской-то? А мне так золотилось. Тембище. Знаешь, очень. А там у нас летиперушка Кантилена. Угу. И мюзикл. Как раз 2 на 2. А, и брок. Нет. Мюзикл идет у нас вместе со стандартом. А там у нас брок. То есть 2 и 2. А. Вот тогда все хорошо, темп оставляем. Такой. Тем более она же не быстрая, в принципе. Она в среднем, умеренная, да, она умеренная, да. Она умеренная, потому что все. Сейчас, Маша. Дыхание. Еще, короче, надо перед самым этим. Перед самой фонацией. Перед самой. Прямо перед самой. Хочешь, бросай, закрывай. Не обязательно тянуть до конца. Чуть бросай. Оно у тебя ритмичное, оно у тебя хорошее, все это, но иногда просто глубоко. Я слышала, да. Давай прямо непосредственно перед фонацией. Давайте еще сначала. Yeah.
модуляции, вот смотри, мысль такая, модуляция. То есть ты артистка, а ты еще получаешь как артистка эстрады, понимаешь, все это. Вот ты поешь и на Александра Валерьевича, а он да, ну ладно. Да! И он надо играть, этот момент, он неожиданный. Он должен быть неожиданный. Ты должна здесь прямо, ну ты же дирижер, вот ты должна продирижировать, Александр Валерьевич среагирует на нее. Маша, да вы что? Прямо вот так? Ну ладно. Хорошо. Как бы она... Ну тогда ей надо вообще остановиться надо. Она должна запеть в модуляции первую ноту. И я такой от нежности, ух ты. Да может быть даже, в принципе, может быть даже и так. Ну то есть, мне кажется, что оно как бы, вот это место немножко не до конца прочувствовано еще чуть-чуть. Не до конца прочувствовано. И еще один момент. Твоя вторая нотка, твой вокалист, вторая. Вот спойте сейчас вторую. Там вот это ваш проигрыш, Александр Ильич. Сейчас скажу, что там. Давай еще раз. Вот там у тебя что? Ты ход этот поешь? Ну вот ты тогда ее спой четко. Да, ты его тогда спой. Сначала с закрытого начать с концерта, как угодно там все. Еще раз посмотри. Попробуй сейчас. Понимаешь, что тут тебе бывает? Вы должны здесь войти прямо вот. Да. Взаимосвязь у вас должна быть здесь. Я ее как бы не чувствую. Как зритель. I'll be content. Курсом эстрадником все. Она говорит, ну по идее, да. Я говорю, она говорит, мне сейчас некогда, вы возьмите на свой контроль. Я взяла. Она взяла под свой контроль. То есть она все это выяснит там поточнее. Потому что будет ли у тебя другая комиссия? Хорошо. Может быть, у тебя какая-то другая комиссия будет. Я не знаю. Я этот момент тоже я ее спросила. Говорю, ну можно же, чтобы присовокупить. Будет два председателя. Один по Машину душу, другой, значит, по. Полину, Лизу. Все. Ну а зачем, говорю, нам собираться-то еще раз? Я говорю, три выпускницы, пусть они споют. Она взяла под свой контроль.
Поэтому, Александр Валерьевич, вы, конечно, там играете, но вы, вы ее прочувствуете. Маша, очень хорошо. Знаешь, ты войдешь во вкус, вот что касается дыхания, понимаешь, ты уже входишь во вкус в это, ты его берешь, тебе это самой уже начинает нравиться, ты просто где-то отвлекаешься, где-то забыла, а там, где ты, это, ты просто сама уже от этого получаешь удовольствие. От короткого, активного, ритмичного дыхания и четкого все. Ну что, поем сначала до конца? Еще раз? И потом...
когда пела сейчас? Да. И все по-другому. Какая звука, столько разных звуков. Мне очень понравилось. А Саныч, как вам? Да, хорошо. Захватило действие. Да, так это разнообразно все было. Было очень по-разному, столько было все это. И настолько был пролог был такой, как прямо вот, прямо он был как никогда тогда не пела вообще. Я целую речь вела за собой. Молодец, мне очень понравилось. Давайте последнюю строчку спою. Я хочу, чтобы ты дольше притянула. Давай чуть придумаем. Чуть-чуть не хватило. Может быть. Угу. Может быть. Скажи, Виктор, ну что тебе надо? Все же замечательно. Самый финал. Что ты же сможешь переодеться, если, допустим, программа будет. Я надеюсь. Может, тогда мы сможем там выстроить. Я просто могу без шляпки спеть этот джазовый стандарт, например. А потом шляпку просто надену, и все. Хорошо, жалко. Да, Александр Владимирович, спасибо огромное. До свидания. До свидания. Ну, как только все решится, как только я вообще узнаю, что будет. Как это будет все? Мы уже тогда будем. Я еще хотела потом по методике поговорить. Ну ты доделала? Осталось сам. Нет! Осталась такая часть, что я вообще не... Ну я же тебе помогу. То, что не там я, ты все это... Я тебе помогу. Сейчас будут, когда праздники на 9 мая, уже будем отдыхать. Угу. Ты мне только сбрасывай все, и там, где тебе непонятно что-то как-то, чтобы сразу... Я не могу информацию найти даже. Какую? Про Джо Эстин. Чтобы с чего-то взять такого. Так а я же тебе отправила. Я не понимаю, что вы мне отправили в этом форде. Отправляй, а нам там многое не надо. Ну вот, а про что там написать? Про структуру нужно просто, именно структурирование. Понимаешь, Глинка все это выстраивал с точки зрения именно ощущений и аудиального восприятия и понимания всего происходящего, да? Mm-hmm. То есть он работал, у него... дидактический метод работы,
он от общего шел потом к частному. Mm-hmm. То есть вот он слушает, потом так, стоп, работает. Mm-hmm. То, что не получилось, там, и работает. И тогда, значит, обращал, значит, внимание и концентрировался mm-hmm. на конкретных каких, на дыхании, там, на вокальной позиции, на высокой, там, потом на другом. А Эсти все это делает, значит, у нее структура с медицинской точки зрения. То есть она все еще это выстроила с медицинской точки зрения. Угу. Понимаешь, что это все, потому что... Но по большому счету, мы там все это напишем с тобой в программе, что когда мы обучаем детей, допустим, мы используем принцип обучения у нас на аналогии, то есть знаете, с профессиональной точки зрения, если мы обучаем профессионалов, то, возможно, метод Джо Эстил, он будет понятен, он будет все, и тогда можно действительно как-то все это с физиологической точки объяснять mm-hmm. и так далее. Мы вот так все это выстроим. Mm-hmm. Что если мы обучаем детей, зачем пугать-то? Mm-hmm. Зачем им нужны вот эти профессиональные термины? Все, то есть мы пойдем другим путем. Просто нам по этим структурам не помогло. Ну я тебе помогу. Я тебе помогу. Давай, да, это сам. Я уже в четверг, в принципе, у меня уже четверг выходной. Угу. Завтра среда. Ты можешь тебе сбрасывать. Посмотрим, что как. И как там нужно еще оформлять эту работу? То есть там титульный лист, наверное, какой-то, еще что-то делать. Тоже надо это все узнать. Ты мне тот кабинет сама зайди у этого методиста, спроси. Скажи, что заместитель директора по методической работе, ну, вот, она сказала, что методику я сдаю вот в письменном виде. Я готовлю работу. А как ее оформлять? Она сама узнает. А ты потом к ней зайдешь, она всегда уточняешь. Ну это же правильно, это ее работа, пускай она узнает. Чего мы будем бегать, как сайгаки, скакать по полю, будем узнавать. У кого что узнать? Хорошо. Давай. Прямо сейчас зайди к ней, она сейчас так. Давай, сейчас. До свидания, Машенька.